сколько есть шестизначных чисел, в записи которых есть и четная, и нечетная цифра. Давайте ее даже оформим таким образом. Пункт А. Все цифры нечетные . Пункт Б. Все цифры четные. Есть и четная, и нечетная, хотя бы по одной. Первое что? 5 шестой степени, и это правильный ответ. Вторая. 5 в пятой степени на 4. 4 умножить на 5 в пятой. И, наконец, пункт В. Заметьте, иногда бывает, что три задачи решить легче, чем одну. Что не слышишь? 9 на 10 в пятой минус... Отлично. Всего шестизначных чисел 9 на 10 в пятой. А из этого надо вычесть, где все нечетные, и вычесть, где все четные. Понятно? Mm-hmm. Ребята, между прочим, вот этот приемчик очень часто помогает. То есть, когда вы решаете какую-то задачу, иногда полезно посчитать какое-то другое множество и там что-нибудь такое вычесть. Называется переход к дополнению. Да? Все поняли? Да. Mm-hmm.